В Янауле 28 сентября ожидается облачно с прояснениями, дождь со снегом. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем плюс 3 плюс 5 градусов. По данным МЧС, по республике ожидается пасмурная погода, дождь со снегом. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью плюс 2, плюс 5. Днем плюс 5, плюс 6 градусов.